Футболисты «Газпром Югры» продолжают борьбу за бронзовые медали. В Екатеринбурге подопечные Владимира Колесникова сыграют против «Синары». Напомню, что счет в серии ничейный 1-1. Ранее команды играли в Югорске. В первом противостоянии футболисты «Синары» разгромили «Газпром Югру» со счетом 3-9. Но во втором матче наша команда смогла реабилитироваться и одержала победу со счетом 4-3. Серия продлится до 3 побед. Соответственно, если в Екатеринбурге командам не удастся определить обладателя бронзовых медалей, то решающий матч серии пройдет в Югорске. Отмечу, что наши футболисты играют и за золотые медали чемпионата. Артем Ниязов и Сергей Абрамович в составе московского КПРФ ведут в серии с Норильским «Никелем» 2-0. Если команда одержит победу в Норильске, то Артем Ниязов станет двукратным чемпионом страны.